Киеве митинг с требованием отставки президента Петра Порошенко. По мнению людей, именно он виновен во всех бедах жителей страны, большинство из которых доведено буквально до нищеты. Демонстранты держали в руках плакаты «Порошенко, уйди сам», «Порошенко, тиран», «Мы тебя ненавидим». Акцию протеста попытались сорвать сотрудники СБУ в штатском, которые запугивали демонстрантов и отбирали у них плакаты. Хотя во время проведения митинга каких-либо нарушений общественного порядка не было. Несколько человек задержаны.